За последние 5 лет благодаря нацпроекту «Экология» в России очистили 1000 километров рек и берегов. Почти на 50% сократились грязные стоки в Волгу. Для этого построили 104 очистных сооружения. Новая цель на ближайшие 6 лет – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов страны. Также уже ликвидировано 128 крупных свалок и 80 объектов накопленного экологического вреда. Эта работа продолжится. Будет ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков. Кроме того, планируется вдвое уменьшить объем вредных выбросов. Его уже удалось значительно снизить в 12 индустриальных центрах страны. Продолжится внедрение зеленых технологий в производство и переход на экономику замкнутого цикла. Для обработки и утилизации отходов уже построены 250 предприятий. А до 2030 года появится еще 400 объектов по обращению с ТКО и 8 экопромышленных парков. Это позволит сортировать все ТКО в стране и не менее 25% использовать вторично. Кроме того, работникам лесного хозяйства, метеорологии и охраны окружающей среды повысят зарплаты. В том числе благодаря их усилиям с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Для грантовой поддержки гражданских инициатив учредят фонд экологических и природоохранных проектов. А для травмированных и конфискованных диких животных появится сеть центров реабилитации. Хороших вам новостей!